Всем привет! Это Влад и это Человек-паук. Да, мы... Джеймсон. Знаете, оглядываясь в темные дни прошлого, многие заметят, что без последствий не обошлось. Так, сейчас мы дослушаем, мы задание возьмем, охота на снайперов. Мы, надеюсь, доделываем квесты с вами. Как? В смысле, как это так? Отто Октавиус в тюрьме. Мэр Осборн с позором уволен. Сбежавшая с острова Райкер снова за решеткой. Остатки демонов и людей Уилсона Фиска дерутся за объедки. Но забавно, что Человеку-пауку все нипочем. Ну да, вы скажете мне, он же спас нас. Но разве спасение всех наших жизней должно было дать ему прощение за прошлые проступки? Я отвечу после короткой рекламы. Спойлер! Нет! Спойлер не отвечу. Так, ладно, побочку выполняем. Какая тут у нас еще побочка? Какие-то снайперы, что-то тут. Ну-ка, что здесь? Что здесь? Можешь помочь? Беглые заключенные ведут стрельбу из угнанных машин. Он караулил главу аппарата мэра. Наверняка есть и другие цели. При нем была карта, здание суда обведено. Понял. Выведайте у нашего друга еще что-нибудь. Я доступен по этому номеру. Надо спешить. Нападение на суд может произойти в любую секунду. А в чем приколюха, собственно-то? Подтянусь? Не подтянешься? Серьезно? Эх ты. Че это? Трофей научной премии Фиска. Смотрите-ка. Если бы я вернул его, то вызвал бы подозрение, но денег его я брать не собирался. Хоть они бы нам и пригодились. А вот от запаса рюкзаков я не отказался. Какой ты скромняшка. Так, спрыгивай. Так, я так понял, нужно обезвредить снайпера, который сейчас нацелен в данный... А, ну да. Судя по всему, так и есть. Ну да. И где же он стоит? На крыше стоишь. Если я появлюсь рядом с целью, снайпер выстрелит. У меня один вариант. Нейтрализовать стрелка. А, то есть снайпер тебя вот так не видит, да, сейчас отсюда? А чё снайперу мешает как бы немножко отвести свою лупу и как бы убить тебя, не? Ты хочешь спать. Всё. Квест выполнен? Человек-паук, мы просмотрели его телефон. Нашли ещё несколько имён. Похоже, всё произойдёт через считанные минуты. Ясненько. Скиньте мне всё. Много снайперов, один паук. Надо торопиться. Там было написано, короче, устраните трёх... А, так это на время, нихера себе. Потенциальные мишени. Интересный способ уничтожить Осборна. Сделать так, чтобы с ним не хотели иметь дел. Короче, трёх снайперов надо уничтожить. Так и сказали, трёх снайперов в лобу. Это здесь. Ну и где убийца? Где убийца? Нельзя приближаться к цели. Так я не успею. Так, ебой. Есть, ещё двое. Две минуты, двое. Двое за две, нормально. Должны справиться, по идее. Спасать чиновника на службе мэра, назвавшего тебя преступником. Как это в духе Копа-паука? Это твоя прямая обязанность, когда тебя обосрали и нахуй послали помочь потом этому человеку. Чтоб тебя послали еще раз. Так. Надо осмотреть все места, где мог засесть снайпер. Поверь, так намного приятнее. Он сам на него только что поелся. Остался последний. Поелся, блядь. Он сам на него только что полетел. Я просто нажал эту штуку, и я просто даже его не видел. Люди. Да ты запарил, подожди, все ты успеешь. Хоть бы раз эти киллеры подстроились под мой график. Снайпер должен быть где-то здесь. Да вот он. Они такие милые, когда в отключке. Снайпера? А не снайпер. Бум, часы. Часы. Часы, все, время остановилось, все нормально. Все, минус спина. Нормально все? Вовремя. Часы. Часы выполнены. Все три снайпера обезврежены. Это все? Нет. Парень говорит, что его ребята взяли в заложники туристов. Говорит, если мы его не отпустим, их расстреляют.
Мы установили по сотовому сигналу, где они, но при виде полиции они откроют огонь. Начните переговоры. Выиграете время, а я лишу их козырей. Что значит нет? Мы же обезвредили всех. Свидетели они не оставят. Откуда они еще взялись? Если я не спасу заложников, их убью. Так, ладно. Там рюкзачок, ну да, потом, попозже. И чё? Стелс, что ли? Если меня увидят, они сразу же убьют всех, ну, заложников. Ну, перный театр. Опять стелс, а босса на этот. Наши требования просты. Освободите наших товарищей, или заложники умрут. Опять обоссанный стелс. Если меня засекут, заложникам конец. Опять обоссанный стелс. Это не я. Серьезно, что ли? Серьезно, что ли? Ага. То есть я просто иду вот так и все, и делаю работу свою? Паучу. Можешь подождать во сне. Все, до свидания, товарищи заложники. Ой, блядь, как же конец. Это глупо, просто по-собачьему. Так, тихо. Так, ладно, давайте по красоте сделаем, без вот этих всех выебанов. Наши требования простые. Мы сообщили ваши требования окружному прокурору. Вот этого прокурора главное гасить сначала. Тебе необходим отдых. Так, все нормально. Ну кто знал же, что так будет? Я так не знал. Все, я по кругу всех обесточил. Ну да, только там остались пацаны. Они напряжены, кстати. Они напряжены, кстати. Их сколько там осталось? Двое? Чурил, двое только? До свидания, парень. А нет, вот еще есть. Че, выяснять не пойдет? О май гаш, о май гаш. Куда ты, тихо. Так, давай вот сюда на флаг. На штатский флажок. Как опасно. Безопасно? Опасно-безопасно? Чё за... Ты безопасная тушенка? А, хорош. Ну, говорит, безопасен. Хорошо, хорош. Охраняешь, но есть замечания. Так, есть замечания. Осталось два ребятенка. И мы эти замечания приглушим раз и навсегда. Так, а где еще один? Когда я подвешиваю вас на паутине, внизу остается пара следов. Все? Я просто умолк, я думал, вдруг еще там кто-то на картах посрать присел за коробками. Нормально. Все могло кончиться плохо. Я бы не узнал про них, если бы не вы. Мы с вами хорошая команда. Эй, сможете убедить своих, что лучше работать со мной, чем стрелять в меня? Что-то тебе ответочку обратную не дали насчет «мы с вами хорошая команда». Что-то, по-моему, тебя сейчас немножко опрокинули. Так. Ладно, давай пока вот это качнем. Да, в принципе, докачиваем уже то, что есть. Мы всю ветку, в принципе, с тобой сделали, что. Хорош, следующий квест — это сеть недоступна. Что там за сеть такая? Опять Билайн, что ли, канит? Что творят вообще операторы? Что за бред? Билайн... Это история нормальная для Куинса. Чего? Че это было? А че пролагнуло сейчас? Че случилось? Что-то подгрузилось? Что-то за остановки были. Так. Что-то какие-то остановочки пошли. Так, куда же это меня ведет? Нелегкая моя судьба. Так. Паучья судьба. Что за сеть тут? Что случилось? На пару слов. Что тебе надо? Ёбаный брат. Ты кто? Я знаю, что ты взламываешь наши вышки системы слежения. Это не я. А в смысле, какие вышки? Я не против. Мне нужна твоя помощь.
Мне кажется, кто-то глушит сигнал, используя несколько генераторов помех, чтобы перекрыть все частоты. Займешься этим? А я тогда никому не скажу, что ты нас взламываешь. Я бы назвал это обменом, но ладно. Только не говори, что они по городу раскинуты. Я могу засечь сигнал этих глушилок. Надо только заскочить в деловой район и поискать сигнал. А, так без проблем. Если все по компасу, надо то замечательно. Ориентироваться на сигнал. У тебя ориентир какой-то интересный, он прям ориентируется на все. Куда бы ни шел, всегда ориентир есть какой-то, слушай. Как оно у тебя все работает? Я смотрю крыши высотных зданий. Чего? Сюда? Че случилось? На крыше, что ли? А. Глушилки на крыше. Будут эффективны только на крышах высоток. Ну там ребята стоят, я смотрю. Потненькие. Люди. О! Смотрите, я в шоке. Рюды сиськи. Рюды? Чё я сказал? Люди сиськи. Меня сейчас игра просто немножко перекрикивала, я не так сказал, походу, чё-то. Бывает. Люди сисек. Так. Уилсон Фиск, он чё, он в тюрьму вышел, что ли? Так. Ну, в целом, я вроде снял всех ребятишек. Все, глушилочку сламывай. Делают все, тяп-ляп. Так, теперь куда? Так, теперь куда-то сюда. Я устранил источник помех. Есть эффект? Нет, но, как я и сказал, их, возможно, несколько. Логично. Я их найду. Да их три всего, еще две. Понять бы, почему система вообще вырубилась. Тоже люди Фиска постарались. Люди Фиска. Так. Ну, они... В принципе, задание такое, конечно, все. Они решили тут потусоваться, а меня не позвали. А, то есть ты даже не заметил, да, что я как бы подошел немножко тут? Бывает. Чего нет-то? Какие вы все невнимательные, ребятки. Так, а что с снайпером вообще забыли? Я чуть не пойму. Мне не нравится такой расклад. Так. Серьезно? Побрил? А чё его не убил это? Я ж как бы все ради этого чисто. Оу, нифига. Я сейчас взял, короче, в винду случайно вышел. Зачем я это сделал? Ну, на рабочий стол, я имею в виду. Так, подожди, ребята офигевшие какие-то. Так, могу сломать? Блин, пока я их не убью, не могу, я понял. Ошибся. У них вот эти автоматы просто лютейшие, короче. Снайперские винтовки, точнее. Они бешеный дамаг наносят. Жесткий урон у них. В смысле, как? Ты же умер. Пошел вон отсюда. Избавимся от глушилки. В смысле, как он выжил? Не забудь разбить глушилку. Так, иногда вандализм это правильно. А еще весело. Так, еще 500 метров. Ты в курсе вообще весело тебе? 500 сработала, это вообще не весело. Человек-паук. Я принимаю слабый сигнал. С помехами, но я разобрала что-то вроде Фиск и костюмы. Фиск был главарем. Но промышлял он не поддельной одеждой. Чем быстрее система заработает, тем быстрее мы узнаем, что они задумали. Так, все, вижу. На осталось вот этой, последнее. На вот этой большой вышке. На вот этом небоскребе. Так, сейчас я как нежданный гость такой залетаю чисто и выкидываю своего дрона-паука. А, у меня его нету, блин, жалко. А, нет, есть, все нормально. А, не, у меня другое умение. У меня охеренное умение, я могу, короче, сейчас жестко отпин. Че, вообще, да, не заинтересован парень? Они вообще не заинтересованы, они даже не знают, что на их пацанов напали, прикинь. Теперь надо сломать глушилку. Слушай, жесткая сила у него, у костюма этого. Все? Все, это последнее. Система должна заработать. Тетенька, все нормально там? Человек-паук, все снова работает. Ура! Супер! Что-нибудь еще выяснилось про людей Фиска? Нет, но система сообщает о неавторизированной активности в порту. Высылаю координаты. Я гляну.
Надо успеть добраться до доков. А что до них успевать? У тебя таймера тут нету. Я вижу, что вот 600 метров что-то там. Что там-то случилось? Когда это задание будет выполнено? Я не могу понять. Что это такое? Что за бред? Что за конский квест? Что там в доках-то случилось теперь? Мистер Писк всегда... Оружие. Мистер Писк. Хватит на целую армию. Что, стелс, что ли? Опять надо стелс? Надо узнать, для чего им пушки. Для чего вам пушки, парни? Да их не так много здесь, как бы. Я тут спокойно хожу. Что это за мега охраняемые? А вы так ничего и не поняли. Ему повезло. И это мега охраняемые мега супер солдаты Фиска? Этот вообще ему он ходит, ему до пизды, что происходит с его людьми. Может, теперь пойму, что происходит. У Фиска очень глупые люди оказалось. Они даже не слышат шум, который происходит вокруг. Оружие, форма надзирателей, удостоверение. Они хотели освободить Фиска из тюрьмы. О, прикольно. А до этого что, не выходили, интересно? Извините, что спутал вам карты. Слушайте, ребят, ну время суперсилу активировать. Поехали. Поехали жестить. О, да, мы жестим, мы жестим. Они такого точно не ожидали. Так, окей. Самое время надрать его так. Так, все, мои атаки стали плохие снова. Ну ладно. Хоть этот эффект и временный, но зато очень сильно помог. Это стопудовая информация, если что. Неплохо. Да все, вас уже нет, пацаны. Как бы, я уже закончил. И с тобой закончил. Ты застрял, что ли? Я ж как бы нападаю. Все. Ну, дальше полиция сама справится. Тут тоже все нормально работает. Спасибо, что помог восстановить систему. Я никому не скажу, что ты к ней подключаешься. Но если тебя застукают, уж извини. Я не понимаю, о чем вы говорите. Простите, мне еще нужно поудалять с серверов все мои селфи. Ух, селфи. Так, ну... Очередной левел мы с тобой повысили. Мы с тобой молодцы. Мы с тобой хорошие красавцы. Так, значит, что мы с тобой делаем далее? Так, карта. Нам с тобой карта нужна. Дальше мы с тобой переходим на вот этот квест. Тик-так. Что за тик-так? Тик-ток. Нам известен тик-ток, но тик-так нам не известен никакой. Так, что там? Что там такое? Метку ставь. Тик-так, тик-токович. Ну, поехали. Иди сюда. Че это такое? Здорово. Ты кто? Ты че хочешь от меня? Человек-паук. Программа нашла еще студентов с той вечеринки, которые могли подцепить. Ну, это Итан Олбрайт с биохимии. Не пришел на лекцию. Моя программа нашла его, но там есть другие снимки того же места. Уже без него. Других зацепок нет. Попробую найти, где это. Спасибо. Это, короче... Только снимок Филиппа. Надо найти это место. Это тот мужик, которому помогали находить студентов, блин, когда сюжет еще проходили. Господи, какой же бред. Вот это задание такое тупое. Ладно, я не знаю. Я говорил с Карлосом, все было нормально до барбекю. Что бы с ним ни случилось, это было уже после вечеринки. Отложенная реакция. Плохо. Эти искаженные могут бродить по всему Манхэттену. Так, а где кажется, это место? Кажется, это в Восточном Гарлеме. Восточный Гарлем?
Так, подожди, Восточный Гарлем, это что такое? Так, мне надо приблизить и посмотреть еще раз на это дело. Верхний сайт, центральный, верхний вестсайд, Гарлем. А, ну в принципе, давайте мы сюда тогда перемещаемся. Получается, он же там будет делиться, да? Там мы должны это увидеть. Он же общий Гарлем. И опять у меня только снимок Филиппа. Надо найти это место. На снимке видна железнодорожная эстакада, как в Восточном Гарлеме. Но это же и есть Восточный Гарлем, да? Где-то здесь эта эстакада и была. Человек-паук, ну? Я говорил с Карлосом, все было нормально до барбекю. Что бы с ним ни случилось, это было уже после вечеринки. Отложенная реакция. Плохо. Эти искаженные могут... Искажение Ли меня пугает. От него не защищен никто. Я привык, что в Нью-Йорке меня не любят, но это другой уровень. Так, ну вот это место. И шо? Найти в Гарлеме место с фотографией. Ну так, наверное, это оно, не? Ну? Ну, как бы вот, я на нем. Пройдя вдоль эстакады в Восточном Гарлеме, я смогу найти... Эстакада, это Гарлем? Это он. Кажется, это сильно севернее университета. Че это такое? Какого черта? Эстакада! Кажется, это в Восточном Гарлеме. В смысле, выпуски Daily Bugle это... В конце эстакады есть мост. Это не те пути. Мне нужно в Восточный Гарлем. Подожди. А почему там надгробие нарисовано было? Это, типа, еще нужно кусочки журналов собирать, что ли? Daily Bugle-ские. Да это же охереть можно. Вот это больше похоже, да, на Гарлем? На тот, который нужен. Нет? Че, нет? Тоже нет? Эстакада! Это где-то к северу от университета. Так, а... То есть я могу подходить и вот эти штучки собирать, да? За них, наверное, тоже какие-то ачивки. Здесь горячие пирожки! Так, подожди, ладно. Тут же нет места Восточный Гарлем. Тут просто Гарлем. От университета. А где тут университет у вас, блядь? Кажется, это в Восточном Гарлеме. Да и ты заебал одно и то же говорить, я понял. Где у вас университет? Не то место. Мне нужны пути в Восточном Гарлеме. Ладно, поехали по путям, а там сами наткнемся куда надо, я так понимаю. Он будет одно и то же говорить. Нам это бесполезно и не нужно. Это тоже не то место. Совершенно. Так, значит, чуть-чуть подальше. Где-то еще дальше. Что-то там есть где-то дальше, значит. Но куда эти пути уходят, я что-то сейчас вообще не выкупил. Похоже, в конце эстакады есть... Кажется, это сильно севернее университет. А, я из Гарлема вообще вылетел, нахуй. Мне неинтересно это задание, и на самом деле вообще полная ебота. Полнейшая. Даже не хочется, если честно, его выполнять. Очень не хочется. Оно скучное, оно скучное. Может, как-нибудь однажды, но не сейчас определенно. Не-не-не. Так, частный детектив. Давайте вот детектива выполним. Выполним детектива и все. На сегодня все. Кое-кто называет меня ворчуном. Якобы я только критикую Человека-паука, не предлагая ничего сам. Так вот вам мое предложение. Сними маску, поступи в полицейскую академию, носи жетон. И тогда лови любых преступников, а я буду петь тебе дифирамбы в этом самом шоу. А тот вздор, что это поставило бы под угрозу его близких... Да бросьте! Откуда у этого парня близкие люди? Охренеть, ты не охуел случайно, Джона Джеймса? Помоги мне! Откуда, говорит, близкие люди у него? У него как раз таки они имеются. Ты там, мэм, давай, что не... с вами? Кармен, не со мной, с моим Электр. Мужем, Родриго. Он странно себя ведет, и я узнала, что он встречается с женщиной. О, Кармен, нет. Электро. В вопросах семейных отношений я вам не советчик.
Да нет же. Мне кажется, она из дурной компании. Родриго грозит опасность. Он напуган, но мне ничего не говорит. Ладно, посмотрим. Когда у них следующая встреча? Сегодня вечером. У клиники в Гринвиче. Ладно. Не волнуйтесь, Кармен. Я выясню, в чем там дело. Добраться до клиники. Клиника. Поехали. Рядом. Кармен прислала мне фотку Родриго. Попробуем его найти. Я так понимаю, он сейчас сосется с какой-нибудь девушкой там и как бы все нормально, да, у него будет. А как иначе? Прикинь, если Родриго какой-нибудь огромный супербосс, который все это время скрывался от нас в игре. Сейчас мы его найдем. И он нам даст полбу. Так, что там? Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Он спокоен, как танк. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Если эта картинка всплывет, мне конец. Тогда отдавай мне чертежи. Плохой ракурс. Надо встать напротив. Прекрасно. Ну тогда давай встанем напротив именно. Да, вариант. Эй, Человек-паук. Серьезно? Человек-паук? Знакомый моему знакомому работает. Тихо. Мне одни любопытные. Напротив чего ты вставать-то собирался, если она мы не одни? Она же сказала, мы не одни. А напротив чего ты вставать собрался? Это Родриго. Он нервничает. И женщина на подружку не похожа. Сфоткаю, может, Кармен ее узнает. Только попробуй что-нибудь утаить. С чего бы это? Картинка всплывет, мне конец. Давай так попробуем. Плохой ракурс. Надо встать напротив. Напротив кого? Человек-паук. Я была на Таймс-сквере во время атаки Фиска. Да, вариант. Тебе большое. Ты спас мою жизнь. Эй, помоги! А как приближать, ты предлагаешь? Скидка 80%. Эй, а вы ровик заболжили? Что за... Боже, не хочу вас отвлекать. Нет, а напротив это как? Могу вот так? О, идеальный объект. Отлично. Ну ладно, и помни, если кому скажешь, я опубликую снимок. А, скорее всего, он что-то там, какие-то подставочки были, а она... Чертежи. Неплохо. Все серьезнее, чем я думал. Девочка. Надо тогда проследить за этой шантажисткой. Кармен, короче, скорее всего, фото. Там голая вы писька этого чела попадет в сеть. Нет, и вот она. Впервые вижу. О чем они разговаривали? Похоже, она его шантажирует. Писька. Она вот, упомянула да. Какие-то чертежи. И фотки, чертежи. Муж работает охранником казино в Атлантик-Сити. Может, она планирует ограбление. Но мне нужно собрать больше улик. Какие, блядь, чертежи? Если фотки. Обращайся. Порнуха. Хорошо, я посмотрю, куда она повезет чертежи. До скорого. Да, по-любому там какие-то фотки интимного плана, ну. На OnlyFans, наверное, загрузит. Который он не ведет. Еще одна жертва? Или соучастник? Нужно сделать фото. Я не вижу точек с хорошим обзором. Придется приклеиться к эстакаде. Куда, блять? К этой хуйне, что ли? Явилась, так мы же сможем сфоткать и так, не? Да. Как увидел снимок, сразу стал шоком. Родриго всегда был тряпкой. Босс обрадуется. Подожди, нажми, чтобы прицелиться в потолок, затем С, чтобы подняться к нему. Вот это я понимаю. А. Не, ну, бля, я думал, мы как-то отсюда будем фоткать. Вот уязвимое место. Обещаю. Идеалити. Четкий кадр. Мне пора на поезд. Не хочу заставлять его ждать. Давай еще за поездом сейчас съездим. Это точно. Слетаем на паутинке за поездом. Сколько людей тут замешано? Нифига ты опаздываешь на поезд. Видали, как он за поездом-то опаздывает? Аж щемит, короче, как он опаздывает. Но я за ним послежу, что мне там не сложно. Камеру убери пока. Офигеть, он опаздывает, конечно. Метро он меня заметит. Лучше отследить его сверху. Где он хочет сойти? Надо подрубиться к системе метро, узнать маршрут следования. Неплохо.
Вот такой прикол я не видел. Она встретилась под эстакадой с каким-то типом. Он вроде знает вашего мужа. Высылаю вам фото. Это Дишон. Его лучший друг из колледжа. Дишон? Пару лет назад его посадили за грабеж. Чертежи казино и бывший зэк. Не лучшее сочетание. Надо выяснить, кто еще в этом замешан. Для налета на казино им потребуется еще хотя бы водитель и взломщик. Я люблю фильмы про ограбление. Я уж понял. Если что выясню, дам вам знать. Так, ну поезд прям щемит где-то здесь прям. Следим, продолжаем, да. Прям на него и залезаем, я бы даже сказал. Ах ты, сука! Блять, быстрей! Ой, паучара ты вонючая! Так, это экспресс? Не упустить бы этот поезд. Приехали. Надо встать возле выхода из метро и дождаться, пока он выйдет. Я же мог просто сесть на этот поезд и не париться. Я же мог на крышу встать и... Он идет в офисное здание. Мне туда нельзя, да, я так понимаю? Или можно? Ну, я слежу... Ну, он едет на лифте, я еду за ним. Я еду вместе с ним. Так. Оба. Опасненько. Я принес, босс. Хорошо. Расписание на... А кто твой босс? Я выписал на доске кандидатов. Пометь их позиции на карте. Так, объект. Как за преградой? В смысле за преградой? Посадите за руль Романа. Да он, считай, ребенок. Это ребенок моего брата. Он надежный. И этот вопрос закрыт. Он уже поехал за взломщиком. И чё? Так, а как фоткать-то? А, с этой стороны. Чертежи. Фото, блядь. Это действительно чертежи же получается. Чё, серьезно? Еще? А, теперь эту штуку. Я понял. Он отошел, а мы фоткаем по красоте это дело. Так, паучок. Ровненько сделайся. Хорош. Ладно, Роман готов. Мы уже опаздываем. Погнали. Роман готов. Они уезжают. Так от бандита. Меня ударили? В смысле, блядь? Этих улик вполне хватит. А почему я упал? Держать машину. Камон, а почему я упал-то? Я же сейчас ничего не делал, я просто упал, шмякнулся вниз и все. Странно, почему? Это кто? Человек-паук! Воу-воу-воу-воу, товарищ, пошел вон. Так. Давай-ка на эту тачку. Хорош. Главный, ты-то нам и нужен был. Нет? Так, водила. Так. Окей. Так, теперь нам туда бы. Еще одна уезжает. А, нет, нормально все. Так, ну мы главного вытащили, это факт. Так, мужик. Колись, как у тебя дела? Нормально все? И все? Обожаю срывать планы. Плохая компания побита. Кармен. Электро. Дружбан вашего мужа и его шайка не поедут в славный город Атлантик-Сити. Спасибо. Я поговорила с Родриго. На том снимке он за рулем в ту ночь, когда Дишон провернул ограбление. Но Родриго не знал. Думал, просто подвозит друга. У меня есть знакомая в полиции. Она ему поможет. Особенно, если он даст показания против шантажистов. Даст. Не то я покажу ему, что бояться надо меня, а не Дишона. Спасибо, паук. Кацура Суши.
Сашими, нигири и ролики у нас там специальные есть еще. Так, усё, день, получается, начался. Но тут осталось сколько? Штурм крепости какой-то остался. И все, что ли? И все, получается, больше никаких заданий тут вообще нету, да? Да? Ну, давайте штурм крепости тогда закончим, да и все. Сколько? Полтора километра до туда? Так. А, нет! Звезда интернета еще есть какая-то. Да, с этим мы закончим в следующий раз. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, друзья, и пока-пока-пока. Всем привет, друзья. Мы заканчиваем, я так понимаю, с побочными квестами в Человеке-пауке. Вот. Многие из вас требовали от меня ответить, наконец, на давно поставленный мною же вопрос. Человек-паук, он угроза или опасность? Да, вы правы. Пора ответить. Я определился. Я понял, что ответ и то, и другое. Иногда он угрожающая опасность, а иногда он опасная угроза. Ой. Но позвольте, как вообще можно всерьез угрожать, не представляя опасности? И наоборот. А для тех фанатов грамматики, которые говорят, что я просто болтун, это искусство. Я кузнец слов. Это риторическая конструкция. А если она вам не нравится, я скажу, куда вы ее можете себе засунуть. Мне тут говорят, что пора принимать таблетки. Мы скоро вернемся. Нормально. Обосрал и такой сразу. Так, ну все, я переобуваюсь, мне пора таблетки принимать. Ты кто? Ты что хочешь от меня? Наблюдаете за ночными птицами? Я наблюдала за ночными хищными птицами в парке, когда заметила группу вооруженных людей у замка Бельведер. Спасибо за информацию, мисс. Стефани, если что, обращайся. Я буду следить за происходящим. Спасибо за помощь, Стефани. Что делают вооруженные люди у замка Бельведер? Сдается мне, это не туристы. Так, получается, что я сейчас буду... помогать ей что? С какими-то врагами опять моими, да? Или что там будет? Ко дворцу к этому лечу? Или что я делаю? Что там будет, интересно? Только не говорите, что опять стелс. Просто ночь, и это попахивает каким-то стелсом. Я надеюсь, это не оно. Сука, если это стелс, я буду угорать. Люди фиска. Это плохо. Это люди сисек. Так, окей. Не, как бы я тут вообще без проблем, судя по всему, просто их раскидываю и все нормально, да? Так, окей, я активирую суператаку свою. И все. Так. Ты там... Ух, нифига ты жесткий. Это был последний. Он упал. Смотрим, в воду! Он сдох, походу. И все, что ли? Это все задание? Замечательно. Че там? Даже не знаю, что они тут делали. Может, найду что-нибудь на этой флешке? С ума сойти. Неплохо, кстати. Сила у костюма клёвая. Птица стащила флешку с доказательствами. Да, ну. Кажется, голубь. Они так делают? Сейчас период гнездования, так что ничего удивительного. Думаю, у них гнездо в деревьях к юго-востоку от замка. Спасибо, посмотрю. Фу, еще и за голубем теперь лететь, что ли? Не, ну голубей мы ловили. У него тут дружки. Черт. Верните мне флешку, летающие паршивцы! Попробуй задобрить их. Голуби невероятно умные. Тут их четверо. Невероятно умные, значит! Эй, голуби! Простите за летающих паршивцев. Может, договоримся? Не знаю, сколько корма дает вам Фиск. Меня вдвое больше. Один есть, но у него нет флешки. Второй тоже есть. Пустышка. Так, окей, два поймали. Два пустых. Ну, последний, как всегда, будет нести в себе инфу. Это же естественно. Есть, флешка у меня. А, да, третий, неплохо. Я думал, последний, как всегда. И что теперь девушке этой флешку отнести? Стефани? Или как ее там звать? Ну... Нет, не Стефани. А, загрузить обратно туда. Загрузить инфу. Инфу посмотреть, какую там они хотели.
Так, и шо ж там такое? Ну, хоть новые ребята не появились, уже радует. Кажется, они загружали Трояна в Wi-Fi сеть центрального парка. Этот Троян мог открыть им доступ к куче личных данных. Троянский конь. Стоп. Удаленная загрузка еще идет. Видимо, у них несколько точек доступа. Стефани, ты мои глаза в небе. Видишь что-нибудь странное в парке? А, вижу пару бичей и... Бичей? И каких-то людей у электрощитка. Спасибо. Продолжай вести наблюдение. Нужно добраться до щитка до завершения загрузки. А что будет? Не будет доступа к ноуту, не загрузят Троян. А-а-а! И что прикажете с этим делать? Ребятенки. Мы возьмем тебя живым или мертвым. Фиску без разницы. Дешевый трюк. Так, надо не подпускать, короче, их к этой штуке, чтобы они загружали троянчики. Так, ну я юзаю силу. Ребята прям хотят ее видеть на мне. Так. Чё, куда собрался? Никто не будет загружать, пока сила. Все? Я только что заметила людей у двух других щитков. Охереть. Высылаю координаты. Спасибо за сообщение. Лучше поспешить. Еще два? Охереть, еще не два. Не думал, что скажу это, но зачем центральному парку столь мощное Wi-Fi покрытие? Я думал, сюда ходят отвлечься. Ну, а кто не откажется полежать на травке с Wi-Fi-чиком? Вот они. Надо отогнать их от щитка. Будет от щитка крови. Отошел, мужик. Мочи его! Ты где? Это что, шутка? Так, у меня еще работает сила, неплохо. Так, окей. А, нет, уже не работает, это она наполняется, я думал, еще работает. Отлично, остался еще один. Так, я уже мигом туда. Ну, это задание такое более-менее интересное, но... Там, где нужно было, блин, помогать искать друга, там, студента, это, конечно, полный пиздец. Абсолютно не имеющий интереса никакого. Будет много крови. Вижу его. Эй, его потерял. Кто здесь? Так, кто здесь? Это я здесь. Я научу тебя уважать. Я научу тебя маму любить, скажи, да? Так, этот загружает, погоди. Ты тут, это, не грузи, не стой. Что прикажете с этим делать? Хорош. Те, кто мешает главарю, долго не живут. Так, ну-ка лови. Тебе нормально будет. Какая очевидность, мужик. Все, готовы? Готово. Жители Манхэттена могут спать спокойно. Их пароли и видео с котиками в безопасности. Человек-паук, кажется, меня заметили. О нет, ты уверена? Да, да, вооруженные люди уже здесь. Запри дверь на крышу и держись. Я иду. И чё, и где она? Нужно добраться до Стефани раньше людей Фиска. Главное, чтобы она не... из-за меня. Главное, чтобы она не собралась спрыгивать с этой крыши, иначе будет смешно. Они выламывают дверь. Постой, подожди. Мы знаем, что ты работаешь с пауком. Открывай! Я почти добрался. Прячься! Мы знаем, что ты работаешь с пауком. Сейчас все будет нормально. Сейчас все будет хорошо. Чё тут? Разделимся! Ищите девчонку с биноклем! Подождите, сначала я найду вас. Разберитесь с ним, а потом сбросьте девчонку вниз. Второй раз я тебя не вижу. Так, ну девчонку я вам не загасить. Я успел быстрее, чем вы там что-либо вообще. А, все, у меня суперсила. А ты знаешь, что такое частые удары по лбу? Причем жесткие, вот сейчас ты узнаешь. Так, смотри. Оба. А тебе вот это как вообще нормально, вот это от тебя? Куда этот еблан полетел? Сейчас девчонку же убьют. Поджарим его! О, нет! Так. Боссу нужна твоя башка. Хорош. Да все, последний ты. Это был последний. Узнаю, как там Стефани. Да она в порядке, вон, пригнулась и нормально. О, спасибо, человек. Слилась это с фонарем. Моего печенюшки вон замутила себе. Тебе спасибо. Благодаря тебе мы не дали преступникам похитить личные данные половины жителей города. Неплохо, да? Вдобавок я заметила гнездо красногрудного поползня, когда ты бил ногой по лицу того типа. Кого? Поползни, прелесть. Хочешь взглянуть?
А, я лучше займусь теми птичками, которым место за решеткой. Неплохо. Так. Оползень готов. Чего? Ты что, ночевал тут, что ли? Что это, блядь? Так, все? Подожди, еще интернет какая-то дура там была. Не, тик-так, это жесть. Очень мне не понравился квест этот, искать какого-то студента. Не-не-не. Что-то тут вроде отображался какой-то квест, его сейчас нет, странно. Может, надо вылететь с этого покрытия просто. Еще должна какая-то там... что-то там... Какая-то интернет-звезда... Да-да-да-да-да, звезда интернета. Вот, все. Давайте выполняем. Какую-то звезду интернета делаем с тобой. Оу. Всем постам. Террористы в масках заложили бомбу. Нужна поддержка в Йорквилле. Так, это сейчас меня не интересует. Я хочу квест. Квест хочу. Квест Пистолс. Мухи в паутине. Достиженница еще дают игровые, неплохо. Не может быть, это ты! Че это такое? Ты кто? Кто это? Что это? Хочешь пройти испытание чудилы? Кого? Я не знаю, что это. Нет, это самое лучшее. Сфотографируй код на стене, и оно начнется. Проще некуда. Это для помощи нуждающимся. В таком случае... Без проблем. Есть! Человек-паук, ты принял мой вызов! Добро пожаловать на стрим! Кстати, куда? Только ты присоединился, и просмотры подскочили до небес! Вот как это работает. Сфотографировав штрих-код, ты получишь GPS-координаты следующего штрих-кода поблизости. А, извини, судя по всему, это надолго, а мне надо людям помогать. Забавно, что ты это сказал. Я как раз предлагаю помочь одной нуждающейся. Это ее фанатка, да? Она хлопает просто так, без... Смотри, она ёбнутая. Представь себе, жертвы похищения. Что? Ага! Повышаем ставки! Ох, какая телегеничная. Запертая, беспомощная. Она умрет с голоду, задохнется, время на исходе. Чего? Интернет смотрит. Она ебанутая какая-то, это чудило. Такого я не ждал. Она спятила. Чё за сумасшедшая стримерша, я не понял. А чё на канал Denover не прорекламируют у себя на стриме? Никто не рекламирует меня? Вот следующий меня. Штрих-код. Я с радостью. Тут уже придется попотеть. Ну фоткай, чё. Тебе ж фоткать их надо. А, все, я понял. Это надо ракурс прям какой-то искать. Чувак, паучок! Ракурс искать надо. Ты типа мой герой. Вот чёрт, теперь я смутился. Так, ну, давайте искать ракурс. Это он, снимай же! Ракурсы. У меня тут кот просто шебутит. Он сейчас, кстати, будет спрыгивать. Аккуратно здесь, аккуратно. Слушайте звук. Хоба. 500 раз прыгнул тут. И на комп, конечно же, тоже попал. Он, короче, со шкафа прыгает на компьютер, ты представляешь? Прямо на системный блок. Так, ну мне наверх куда-то, да? Давай. Как мне этот код? Откуда-то отсюда надо, видимо, цепануть. Со стены. Так. Подожди, в смысле, как это так? Подожди, в смысле? Ну, надо же сфоткать, чтобы его видно было, ну. А, надо именно с точки, где будет видно. Так, ну это надо прям выравнивать его вот где-то здесь, да? А, так вот так просто. Все, вот. Вот здесь прям норм. Во. Есть! Вот тебе на! Привет моим фанатам, которые сейчас присоединились к стриму и паучку. В смысле? Я отвлекся. Откуда они взялись, эти фанаты твои? Вы все с ума посходили. Пока мы наслаждаемся этим действом, я читаю избранные послания от фанатов. Офигеть, я мясного типа завалил этим умением. Я твоими стримами засматривался в тюрьме. О, кроссовец пишет. Пранк с пирогом был ужасный, я так ржал над Джеймсоном.
Кроссавец пишет? Кроссавец это пишет. О чем вообще речь? Мы знаем кроссовцов. Да, ребята, вернитесь к поеданию корицы ради лайков. Ты извини, паучок. Иногда они принимают все близко к сердцу. Они люди страстные. Хэштег страсть. Ты сейчас сказала хэштег вслух? Это почти так же мерзко, как похищать людей. Это кринжово называется. Координаты следующей точки. Поторопись, а то ей одиноко и так грустно. Короче, она, там какая-то женщина, я так понял, в заложниках у нее, и надо ее спасать. Но она кринжатина, пиздец, эта девушка. Чудила, которая. Она кринжовая, ебануться. И че, и где этот промокод ее? QR-код. Ну, ищем че? А, тьфу, серьезно? Я вижу код. Разбит на две части. Тут потребуется хитрость. Какие две? А, нифига. А, ну, с этого дома и делаем вот с этого. Что тут, какие тут могут быть хитрости? Да, где-то так. Так, нет, это слишком поломано будет. Вот здесь, вот так где-то, да? И чуть-чуть вниз. Сойдет? Да? Есть! Мне тут неофициально сообщили, что мои фанаты решили вручить тебе маленький подарочек. Нихуя. Видимо, хотят сказать, что ты просто бомба. Главное, хватай быстрей, а то кто-нибудь пострадает. Бомбы. Ну это мы умеем. Так. Я видел там какого-то пузана, он только что, короче, их закладывал перед тем, как уйти. Но она определенно какая-то с приветом, это чудило. Тик-так. Все. Ух ты, и рейтинг мой тоже рванул вверх. Молодец, сумел нажать на кнопку. Пропиарь мой канал, ты что там делаешь вообще? Координаты жертвы. Спаси ее, пока зрители не заскучали, потому что в нашем деле скука — это смерть. Это недалеко отсюда. Надо спешить. Ты давай это, мой канал прорекламируй. Чё ты все это? Свой чисто делаешь и все, мой тоже можно. Стрим у нее там идет. Типа я герой ее стрима, а у нее там стрим идет, и я тут еще это. Героем ее стал. Нихера себе ты, умная, блядь. На именах на чужих пиаришься, нормально. А если Человека-паука бы там не было. Не, ну она, видимо, какая-то мега популярная, она обезбашенная чудила это. Чё ей здесь творится? Камеры повсюду. Это здесь! Ты меня слышишь? Подожди, я сейчас выломаю дверь! А чё, дверь не выламываешь? А. Боже мой, Человек-паук, как же я тебе благодарна за миллионы просмотров! У-у-у! Чудила? Не ожидал, ты бы видел выражение на своем, на своей стрёмной маске. О! А вот и мои подписчики. Чудила! Покажи нас в стриме! Официально? Серьезно, блядь, это для тебя будет... Ну, скажи им! Самое лучшее достижение в жизни, что тебе в стриме покажут. Ну, конечно, да. Пацаны, вы не тех фанатов ищете. Смотрите Деновиора. Вот вы сейчас на его канале, кстати. Вряд ли она вас в стрим свой засунет. А вот я, видите, вас снимаю. Правда, вас уже нет, ну ладно. Ой, пиздец. Опять большой, нихера. Ты откуда взялся вообще? Даже не думай повторять этот фокус. Так. Оу, плотненько залетел. Паренек. Так, ну-ка, на-ка. Кайфани, пока я с этими справлюсь. Ну чё, чудилка? В тюрягу? Лол. Лол? Мне впаяете? Я-то ничего не делала. Это все мои фанаты! Она права. Вряд ли удастся ее засудить. Хоть я и паук, всемирная паутина начинает меня бесить. Но она, получается, и не делала ничего плохого, как оказалось. Она сама была этой заложницей. Просто сидела там, типа, такая, и все, да?
То есть, как таковой заложницы-то и не было, получается. То есть, жизни граждан ничего не угрожало, не считая бомб, кстати, которые она положила на крышу. Вот, а фанаты, ну, местная гопота, которая здесь ходит, это вот ее фан-база, получается, и есть. Блять, ну она сама такая кринжовая, такая лол такая. Так, хорошо, ладно. Что здесь у нас? Два. Подбрасывается его. Да, докачиваем. Но тут одно осталось, получается. Одно очко заработать, и, в принципе, мы докачаем всю ветвь. Вот. В целом, походу, я все сделал, да? Смотри, все побочечки закрыты. В целом, да. Тут рюкзачки пособирать на стримчике можно будет. Потом какие-нибудь штукенции поделать. Вот. Ну а после этого, в принципе, можно и к DLC приступать. Тут у нас DLC с тобой есть целых три: ограбление, Войный бант и Серебряный луч. Вот, конечно, я прохожу, на Ютубе не смотрю. Все эти прохождения я не хочу, ни спойлеров, ничего. Вот, и после стримчика мы, в принципе, можем заняться потом уже ограблением. Вот. Но пока что я буду выкладывать серии с побочечками, вот, а там мы посмотрим, что дальше. Вот, ну, в целом, с основной игрой и побочками вроде как все, не считая того задания, где нужно чела искать, но оно такое ебовое, что, в кавычках, что я не собираюсь его даже делать. Вот, ну, а может, на стриме сделаем, посмотрим. Все, пока, ребят.